В исправительной колонии номер 4 открыли швейный цех. Теперь все заключенные трудоустроены. Сейчас в Кабардино-Балкарии в местах лишения свободы около 2500 человек. Церемонию открытия постарались сделать торжественной. Правда, ровно настолько, насколько это позволяет режим, рассказывает Анна Сурхайханова. Вижу. Ну, удачи нам всем. Давайте. Открытие швейного цеха в исправительной женской колонии провели торжественно. Не хватало разве что музыки. Вместо нее осужденным предоставили возможность пообщаться с руководством УФСИН в неформальной обстановке. Производство при этом не останавливали. Оно и понятно. План, установленный заказчиком, выполнять надо. Продукции разные. Не постоянно, потому что раньше мы работали, когда у нас была постоянно одна и та же продукция. Все-таки это как-то надоедает. А то, что, допустим, сейчас у нас мы скрещиваем и ночные пижамы, ночные сорочки, вот детские вот изделия трикотажные, это для девочек все-таки перемена какая-то, поэтому интересно. 80 современных швейных машин по две смены – это еще 160 рабочих мест. Новый цех в колонии открылся, чтобы разгрузить три уже действующих – детская и женская одежда, постельное белье и военное обмундирование. Ежемесячно госзаказчик ждет продукции на сумму около 3 миллионов рублей. Осужденный при выполнении плана получает до 8 тысяч рублей. Работа на производстве засчитывается в трудовой стаж. Тех, кто не умеет, обучают прямо в зоне, причем не только кройке и шитью. В местах лишения свободы. Именно по Кабардино-Балкарской республике мы готовим более 20 специальностей. Это рабочие специальности. Плюс еще осужденные, которые отбывают, могут дистанционно закончить высшее образование. Это тоже условия созданы. Кто вообще не имеет первоначального общего образования, тоже готовим. Ежегодно профобразование в местах лишения свободы в Кабардино-Балкарии получают до 900 человек. За 6 месяцев до освобождения исправительная колония подает запросы в центры занятости республики о наличии тех или иных специалистов. Практика показывает, те, кто выходит на свободу с дипломами на руках, находят себе применение за пределами территории, огражденной колючей проволокой. Анна Сурхайханова, Наталья Булат и Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария.